Hello. Вот я стара распята. Мешок с подарками потерял. Что ж это такое? Что же делать? Это кто такие? Эх, девочки, внучечки мои, помогите старому Дед Морозу. Представляете, потерял мешок с подарками. Что же делать, девочки мои? Поможете? Дедушка, но мы тебе поможем! Спасибо, что вы мне поможете, красавицы мои. Я весь лес обежал, уже сил нету. Я его последний раз выронил из сани где-то в лесу вот здесь. Но никак найти не могу. Дед, ну какой вопрос? Так, а я тогда пойду в ту сторону. Вот я старый распятый. Мешок с подарками у меня! Как я этого старого обманул! Ха-ха-ха-ха-ха! Мандаринки мои любимые, сейчас я съем еще одну! Ох, какие вкусные! Я очень люблю мандаринки! Аня, это еще и демалыш! Алиса, у него мешок, что нам делать? Ну, дичись. Мы выкрадем его мешок. Атакуем! Фу-фу-фу-фу-фу! Как же я мешок потерял! Теперь маленькие детишки останутся без подарков! Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! Дедушка! Дедушка! Дедушка, мы нашли твой мешок! Нашли! Мой мешок нашли! Ой, вы мои внученьки, какие хорошие! Теперь я подарки подарю моим малышам. Для вас в этом году будут самые лучшие подарки, мои девочки. Ой, как хорошо. Ой, какие молодцы. Нашли мой мешок. Ура! Ох, спасибо, мои внученьки. Вы меня так выручили. Встретимся теперь в новогоднюю ночь. У меня для вас теперь будут самые лучшие подарки. Ох, вы мои чудесные красавицы. Да, пожалуйста, дедушка, обращайся. Ну все, внученьки, до свидания! До свидания!